Беларуси продолжается досрочное голосование. За 3 дня явка в стране 24,7%. В Могилевской области свыше 26%. Сделать выбор граждане могут по 26 февраля включительно. В основной день 27 числа телеканал «Бобруйск 360» покажет 4 спецвыпуска, посвященных главному событию года. Следите за самыми актуальными новостями в 11:00, 15:00, 17:00 и 20:30. Не пропустите. В Беларуси с 1 марта стартует республиканская акция. Движение приурочено к Международному дню гражданской обороны. Цель – предупреждение пожаров и гибели людей, а также обучение действиям при эвакуации. Бобруйск признан лучшим городом в области по социально-экономическому развитию за 2021. Торжественная церемония подведения итогов состоялась накануне в Могилеве. Среди районов численностью населения свыше 20 тысяч человек победителем стал Кричев. В преддверии Дня женщин Союз молодежи проводит областной конкурс видеороликов, в котором нужно показать изготовление подарка своими руками, рассказать о главной даме в жизни, прочитать стихотворение или спеть песню. Отправить заявку необходимо до 11 марта на электронный адрес БРСМ. Победители получат ценные призы. В Гродно задержали бобруйчана, которые под видом социальных работников убеждали пенсионеров купить одеяло по завышенной цене свыше 1000 рублей. В то время как рыночная стоимость товара 50, милиция проводит проверку.